Не подходите ближе. Одна из этих тварей меня укусила. Она вбила себе в голову, что нужно пойти в полицейский участок, чтобы дать им немного припасов. Они были пьяны и смеялись. Я умолял их отпустить ее, но они избили меня до беспамятства. Когда я пришел в себя, я был по другую сторону стены. Но она, возможно, все еще жива. Они хотели оставить ее себе, использовать ее. Вы же вернете ее, верно? Вы сможете пройти туда через канализацию. Здание закрыто, но я дам вам ключи. Они их у меня не забрали. Заставьте их заплатить за то, что они с ней сделали. Она же лишь хотела помочь. Они... Идите, заберите ее оттуда. Эй, я здесь, кретин! Ah!
обогрев, да? Так-то! Идите сюда! Я полицейский. Меня держат в этой клетке уже 2 дня. Без еды и воды. Полиция, за малым исключением, пыталась восстановить порядок. А потом пришли эти ублюдки. Они хотели пересидеть чуму в каком-то безопасном месте, поэтому захватили станцию. Вы поможете мне выбраться отсюда? Почему нет? Спасибо. Вот, возьмите этот ключ и вставьте его в панель управления на стене. Откроются все камеры. После я сам о себе позабочусь. Отлично. Теперь я и сам справлюсь.
Ну и что у нас тут?